сейчас игра начнется. Вы знаете, как выбирала решение Ольга, или Ольга, я не помню, кто-то из, или Владимир, когда Кристина. Они отправили гонцов с мусульманам. Но они ко всем отправили. Они ко всем отправили. Это Владимир сейчас просто. Нет, давай, это очень интересно. Не, потом. Я просто очень нравится, что выбирали. Наташка, не выбирала случая. Красоте храма. Они приезжали. Ну, там вот такой храм, там такой. А Византия, они очень удивились, что там очень красивые были фрески. Там были очень богатые, богато украшенные, золотые, серебряные. Украшения были. Ну, на самом деле, вот, в общем, какой там праправнук Ольги, Владимир, который известен как Владимир Святой, который как раз таки крестил Русь, ага. Он заинтересовался вообще религией. То есть он пошел по стопам своей там. Ну, он заинтересовался религией, чтобы не полезнее. Да-да-да, это тоже было. А гулять. То есть он Русь, чтобы как бы было управлять легче. Да. И с религиозной религией тоже управлять легче. То есть в политических целях тоже это можно приплести.